Оно родилось в 1890-х годах. Очень давно. И тогда в маленьких артистических кафе исполнялись различные песенки истории. Иногда грустные, иногда печальные, а иногда чрезвычайно жизнеутверждающие. Например, история под названием «Пистолеты фирмы Беретта». Содержит себе и то, и другое в большом количестве. Второе ее название «В трусиках красных». Мое сердце не рвать на клочки, он нажал на курок.